Не считая синяков и ссадин, вы абсолютно здоровы. Зачем вам дополнительное обследование? Я кое-куда отправляюсь, хочу быть уверенным, что здоров. Ну, придется сделать пару анализов. Отлично, док. Скажите, когда я смогу идти? Конечно, голубчик. Конечно. Хорош, док. Пора обедать. Уоррен был обычным человеком. Он был помолвлен. Назначили дату? Какую дату? Он был евреем. Вы ортодоксальный еврей? Мне скорее буддизм по душе. Жизнь Уоррена была обыденной до этого вечера. Мне нужна твоя камера. И на кой она тебе? Я работаю над проектом. Очень-очень важным. Способным изменить мир. Это же не косяк, да? Я твой страшный сон, Уоррен. Скажи мне правду. Ты в этом уверен? Свадьба отменяется. Уоррен. Рано или поздно я вернусь и спасу тебя. Если тебе повезет. Нужен безумный гений, чтобы все изменить. Да? А может, это я? Они на хвосте. Кто? ЦРУ, ФБР, КГБ и все прочие. Я имею в виду Ареса, бога войны и кровопролития. Шеф, гони на север. Из всех уродов в Нью-Йорке мне достались эти двое. А что если бы мы вылили 400 литров этого снадобья в океан? Чё пялитесь, уроды? Это моя жизнь! Вас преследует видение, голубчик. Ты же не думаешь, что я псих? Я даже слова такого не знаю. Что я скажу на свадьбе? Уоррен не сидит на жопе, а снимает документалку, которая спасет мир. Дон пьет.